Друзья, я собрал вас сегодня, чтобы объявить, что у нас в программе, судя по всему, завелся крот. Да ладно? Да. Завелся крот, совершенно очевидно. Ну что? Обратите внимание, в программе «Вести» обсуждаются ровно те же темы, которые берем для обсуждения мы. Да. Да? Да. У нас в программе «Крот», друзья, теперь это очевидно. Я обещаю, я найду его, и я накажу его. Привет, Оль. Привет, Марин. Что-то взял там еще. Каждый день, проходя мимо редакции «Вестей», я слышу, как они обсуждают ровно те темы, которые собираемся взять мы. Сегодня я шел. Они собирались обсудить озеро в Антарктиде возрастом несколько миллионов лет. Сегодня они обсуждали новые ракурсы полупрозрачных избирательных урн. Да. Все это было сегодня. У нас завелся крот. Офигенно. Слушай, а что ты, кстати, постоянно вокруг редакции «Вестей» крутишься? Я? Ну ты, да, что? Да, и Марина, кстати, только что с тобой поздоровалась.